Мы вдвоем Игнатий. Кого я вижу, а? Молодец. Христос воскрес. Да, Христос, иди, открывай. Иди. Моя. Замок висит. Иди, Богом. Давай. Ой. Это Светлана, сестра. Светлана. Давай, давай, сейчас. Так, где остальные-то? А все мы вдвоем. Да как говорили, 4 человека. Ну вот, говорили. О. Да. А мы-то тут готовимся, уже договариваемся поехать как. А что ж так получилось-то? Ну вот так. Ну пойди послушай. По-алкосаксонски тихо. Ну ладно, потихоньку. Так подожди, какой ключ заложила-то? Уже не могу. Подожди, который без веревочки, вот этот. Полукруглый. Во. Давай, 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 давай. Подбираю. А вот все сложно. Вот теперь это. Подожди-ка. Вот это вот развяжи-ка вот здесь совсем. Здесь. Свет, иди сюда. Помочь? Конечно. Сейчас, 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 сейчас. А вот это перекинь туда. Вот это, подожди. А теперь вот это вытаскивать это. Надо. Руки не прижми. Так, вот ты держи. Ну, стыбно, вот, дверь на себя тяните вот так вот. Ворота, давайте. Вот так, давайте, давайте. Научимся. Во, дверь, сторонку вот туда. Ой. Отворяйте. Вон к стеночке молодежь. Поставьте там. К стенке. Заезжай. Да. К стенке плотно прижми. Говорила, так сейчас подъедешь, а только 10 минут первого. Как так? Вот это такой шофер, как самолет летает. Давай. Я здесь ни при чем. Шофер на хороший. 42-й пункт. Так, ждали, до 4 ждали. Ну что ж такое-то, а? Все. Сейчас мы посмотрим куда. Давай-ка, наверное, вон туда, за дом. Вон туда, между домом, влево. О, поворачивай. Ну ладно, можешь и здесь. Я думал так поставить. Вот сюда вот хотел загнать, чтобы не видно было с улицы. Да, кто нас там? А завтра, сегодня со субботы, у нас тут машин понагонят. А будет удобно? Ну, а тут свободно совершенно, только что растаяло. Так, ну, заедешь сюда? Конечно. Давай, вопроса нет. Конечно. Заезжай. Вот до сих пор доезжай, чтобы ее не видно там с улицы было. Вот сюда вот, во, вот так вот. А-а-а. Вот. Скажу, Лапкин купил машину. Все, все, давай. Надежда Васильевна тут где? Вот так. Что там закрывает? Все. Вот, а шофер, я понимаю. Все, давай, 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 давай. Еще, еще. Хорош, хорош. Все. Ну вот мы встретились с Новокузнецкой Галиной в леске. Там прихнули. Ну больше закрывать там и не надо будет. Ой, не вылезу я. Все, все, ничего не надо. Ну нормально. Надо было маленько туда. Здравствуйте. Поближе к этому. Так, готовься, встречай. Ой, кого я вижу, проходите. Давай сюда, давай. Во, вот сюда, поближе, во, к крылечку. Давай. Надюша, давай там скорее. Сейчас, сейчас, проходите, проходите. Все, хорош, Галина. Так, я вас отправляю к Надежде Васильевне. Ага. Пока глядите, где вот вы находитесь, видите где? Вижу. Это центральный район города, это наша частная компания. Все, Галина. Я вас Надежде Васильевне передаю. Давайте, сейчас заходите. Иди, иди, все, все. В комнату. А то простынете. Я там на секунду закрыла. Я все закрою, сейчас пойду. Ну
слава. Так, все, я вас передал, все, ждите здесь. Сейчас, а маленький подарок. Ваше дело сейчас позавтракать. Рыжая. Рыжка. Какая рыжка убежала? Ну, в туалет, может. В туалет. Ну что сделать? Теперь иди лови. Ну, говорил так... сколько. Иди, все ушла, иди, все кончилось. Закрывай дверь, иди лови. Игнатий. Ну, ты же знаешь, что это потеря кошки. И везде на дверях все написал. А теперь дверь, если открыта, то твой убери. Ну, ладно, так, все. Я ушел. Я передал вас. Хорошо, все.